Дорогие выпускники, находясь в стенах своей родной второй школы, хочу пожелать вам всегда оставаться патриотами. Патриотами своего города, нашего прекрасного Бобруйска. Патриотами нашей Беларуси, самой лучшей страны на свете. Будьте смелыми, будьте уверенными в себе, и у вас все получится. А вашим родителям, бабушкам, дедушкам, вашим педагогам слова самой искренней благодарности за то, что воспитали настоящих граждан нашей Беларуси. Вперед к новым успехам, дорогие выпускники!